Транспортников призывают объединиться. Одно из предложений экспертов форума «Ямал-Нефтегаз-2013» – создание единого коммерческого каркаса между РЖД, Ямальской железнодорожной дорогой, компанией, извините, и «Газпромом», чтобы доступ к нему имели и другие компании, работающие в округе. Кроме того, это поможет решить проблемы с железнодорожными подходами к региону и соединением участков Тюмень-Ямал и Чумла-Бытнанги. У нас три собственника, они друг друга не видят пока, и желательно, чтобы они увидели, чтобы они сделали согласованную не только физическое соединение этих путей, но и коммерческую политику. И она обязательно должна быть очень открытым, потому что не хватает этих публичности в этих компаниях, они традиционные, исторические, железнодорожные, такие ведомственно закрытые, и очень бы хотелось увидеть их действительно доступными. Нефтегазовому сектору это очень нужно.